Мы наконец добрались до Крыма. Долго мы с вами собирались, все-таки вот случилось. Вокзальная площадь, очень крутой фонтан. Ой, Федя копает топота. Все такое новенькое, отреставрированное, так красиво. Как весело! До вокзала, получается, аэропорта доехали типа на троллейбусе, но он по факту изначально был не троллейбус, как бы. Вот там нам сначала эти заблуждения ввели, там эти водители всякие, таксисты. Здесь говорят, нет троллейбуса. Вот, да, троллейбуса нет, он, короче, от аэропорта сначала едет несколько остановок своим ходом, а потом доезжает до города, появляются троллейбусные пути, он зацепляется и уже до вокзала доезжает, как нормальный троллейбус. То есть по факту это троллейбус, он здесь есть. Троллейбус номер 20. По карте оплата 17 рублей с человека проезд. То есть, ну, по-моему, вообще отлично. Неожиданно на вокзале в Симферополе очень много каких-то студентов, пионеров, школьников. Все с гитарами, там, с какими-то дошираками. Мне этот поезд напоминает поезд, как мы ездили вот в Вологду, Череповец, там примерно такие же поезда с высокой такой посадкой, и трудно залазить с тяжелыми вещами. Въезжаем в Евпаторию наконец. Там Сочи, море, Евпатория, там. Ну, Сочи у нас будет через две недели. Ступеньки, да, вообще? Такой непривычный. Так, довольно высоко, на самом деле. Еще чуть-чуть, и нам на этом, на море там валяться там. Если нас сегодня, может, проведет, мы просто, чисто ночная съемка у нас. Потому что мы целый день едем на море, короче. Бог, весь день едем. Может быть, сегодня вечером увидим море. Ну, уже вечер, в принципе. 8 часов, еще довольно так светло. Да. Чайки вон везде летают. Сейчас нас Васька встретит. Конфетку ем. Да, шоколадную. Привет, Евпатория там. Эй! Нас уже Вася встретил. Вот. Привет, все, да. Уже там как местный практически. Да. Конечно, я тут уже. Вася парадный... сказал, что и на районе мы вот в этом, не купим. В этом, кстати, доме жил два. Сколько? Три года назад вот в этом доме прям жили. А сейчас уже в другой пойдем. Не, нам не надо туда, сын. Нет, можно прямо возле дома. Такой у нас отель. Ресепшн огромный. Диванчик. Такие арки. Тут на первом этаже какие-то хозяйственные помещения, и вот по лестнице вот так заходишь. И здесь вот несколько номеров. Вот 1, 2, 3, 4, 5 комнат всего. Также кухня есть. Тут кулер с водой. Ну, тут все, что нужно для готовки, имеется. Ну вот, заселились мы в отель, называется Арго, такой, ну тут у нас бардак уже, там что-то всю ночь спаливали. Тут душ. Умывальник. Все, полотенцесушитель электрический, бойлер. И вот такой балкон, выходишь. Такие креслица здесь. Почему-то вот только одно окно здесь нашего номера.
после обеда выбрались на пляж. Наконец, думаю, снять тут, что здесь происходит. Городской пляж, в общем, бесплатный. Вот мы утром были, там людей было очень много. Я что-то так растерялся, что даже не стал ничего снимать, короче. Сейчас, вот, не знаю, посмотрим, как сейчас будет. Вот, вот, получается, сзади меня вот такая вот длинная вот эта пешеходная улица. Магазинчики со всякой этой атрибутикой, закуски там, все для пляжа, столовая даже есть. Туалет 20 рублей стоит. Я не знаю. Довольно странное развлечение, пляж Евпатории. Людей очень много. Как вот в советских фильмах им показывали. Поэтому, ну, на любителя, скажем так. Я вот что-то не особо фанат. Кому как. Мегатрон. Чрезвычайно умный, жестокий и решительный лидер Десептиконов. Он не только силен, но и достаточно проворен. А также обладает способностью моментально залечивать повреждения. Продолжаем гулять по Евпатории. Какой-то очередной городской пляж рядом с парком имени Фрунзе, кажется, так называется. Вот. Ну, людей реально много. Да ладно, иди обниму тебя, я добрый. Как дела у тебя? Отлично. Ну хочешь, давай бесплатно салфетку замутим с тобой. Куча всего вокруг. Один парк, другой какие-то. Тут аттракционы, там аквапарк. Тут, ну, он до 6, правда, сейчас не работает. Мы не знаем, может, сходим на днях. Вот. В общем, куча места, чтобы ты потратил свои деньги. Вот. Куча всякой разливухи, там вина, вот эти вот, на каждом шагу тоже эти магазины. Ножки вместе. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне. Мужчина довольно достойно исполняет композиции, ну ничего не скажешь. То есть да, у него есть голос. Вот. Я не понимаю, почему людей нету и никто не смотрит, как это он делает. Он делает это круто. Здесь вот какая-то пирамида, но это не как на охотном ряду, там где торгуют New Balance'ами, а здесь, короче, типа что-то раскопали. Я не знаю, там... Если видно что-то. Там вот два колеса, там каких-то лежит кувшин и просто камни. Днем здесь безжизненно, а вечером тут как прям очень мощный движ. Все идут туда, все идут обратно. Везде вот выступают какие-то музыканты, все фоткаются, что-то там пьют, едят. Короче, здесь там балдеют. Да, вечером здесь очень оживленно. Днем мы когда такие вышли, тут что-то как-то вообще было очень странно. Людей нет, ну что за отстой там. А тут сейчас вечером вообще не продохнуть. Это как на Пхукете мы практически. Очень много людей. Да. То есть призовой тир. Девочка получается. Ну, что сразу все. Слабоватенько, практика, да? Тайцы, они там собаку съели на этом мороженом. Здесь днем вообще никого не было. Вот смотри, вообще аншлаг.
телефон взять. Это ж вспыш. Вспыш там. Да, и с ним вот занимаешься. Не раскрашиваешь такого. Попробуй.